Приветствую вас на первом циничном канале, и в этот раз уже точно и бесповоротно приглашаю выбраться на природу, на шашлыки. В это воскресенье, 8 июля в 15:00, метро Пражская, встречаемся рядом у входа в электронный рай, торговый центр «Электронный рай». Прямо у входа, там один центральный вход, это несколько шагов от метро Пражская. Ну, можете по карте посмотреть. 15:00, 8 июля, ближайшее воскресенье. Все, как и в тот раз, когда сорвалось. То, что я говорил, все в силе. По 250 рублей скидываемся, куриный шашлык и сладкий стол будет. Алкоголь на усмотрение каждого. Зайдем отдельно в магазин, ну и, как в тот раз я и говорил, не перегружайтесь. Поэтому все, что тогда, то же самое и сейчас, просто вот с переносом на другое число. Надеюсь, уже не сорвется. Вроде бы никаких знаковых матчей нету в воскресенье. 7-го, в субботу будут играть Россия с Хорватией. Погода, вот только я смотрю, погода немножечко, конечно, странная. Но надеюсь, что и с погодой повезет. Поэтому, ну там беседка есть, на край от дождя укроемся. Поэтому в это воскресенье. Все то же самое, запись у Сергея Пармусова, ссылка на его личку в описании этого сюжета. И как и тогда я говорил, действительно хотелось бы видеть наиболее творческих и деятельных комрадов. То есть тех людей, для которых творчество не пустой звук. Не так, что там повалялся на диване, скучно, надо куда-то выбраться, выбрался и там скучно. Все-таки лейтмотив вот этой встречи – это творчество, самораскрытие, саморазвитие, рост личностный. Для тех, кому это интересно, наверное, встреча будет интересна. Если же нет, то, может быть, и интерес она не вызовет. Если это просто, ну, возможность убить время. Несколько наиболее деятельных и творческих комрадов территории свободных мужчин поделятся своими взглядами, своим видением, вот как раз на творческое развитие мужчины. Это действительно будет встреча, ну, не совсем только ради шашлыков. Поэтому примерно вот канву и объяснил. Но, тем не менее, рады будем всем. И уже в это воскресенье едем на природу.